Татьяна, что ты продаешь, Татьяна? Я продаю цветок. Так. Картина-цветок. Картина-цветок. Он стоит 20 рублей. Ой, Тань, у них же нет 20 рублей. У нас же, помнишь, зарплата была всего 19. Откуда 20-то у нас возьмется? Да. Давай какую-нибудь другую цену. 6 рублей. Ребята, у кого 6 рублей? Кто готов купить картину-цветок? Артемка, давай 6 рублей. Ура, у нас нашелся покупатель и нашелся продавец. Татьяна, запиши себе, пожалуйста, в доходы, в отчет 6 рублей. Артем, а ты себе в расходы. У меня тоже, Тань, все, передавай ему поделку.